Представляю вашему вниманию салат «Моряк». Красиво, необычно и вкусно. Для первого слоя салата берите две отварных моркови крупных и натираем их на терке. Терка тоже должна быть крупная. Выкладываем на блюдо. Поверх моркови выкладываем пол баночки морской капусты. И покрываем слоем майонеза. Затем берем упаковку крабовых палочек и тоже натираем их на крупной терке. Выкладываем крабовые палочки слоем. Сверху выкладываем оставшиеся полбаночки морской капусты. Этот слой покрываем майонезом. Вареные яйца натираем на крупной терке. Это заключительный слой нашего салата. Убираем салат в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоялся и пропитался. Освобождаем салат. И вот такой красивый салат получился. Салат «Моряк» кушайте на здоровье и с превеликим удовольствием. А мне не забывайте ставить лайки и подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Пока!